В Усть-Камчатском районе продолжается строительство нового жилья. В настоящее время возводятся 4 двухэтажных дома. Один из них предназначен для приезжих специалистов, преимущественно социальной сферы. Монолитный дом строят хабаровские специалисты. Это будет 12-квартирная двухэтажка. На данный момент основные масштабные работы завершены. Выполнена бетонная коробка, залита полностью, что отвечает за сейсмику. И качество конструкции также выполнено. Кровля 100% с утеплением из системы Кликфальц. Также выполнен вентилируемый фасад с утеплением, что повышает энергоэффективность. Установлены окна размером больше стандартных для максимального освещения комнат естественным источником. Качественные входные двери и красивый кафель, пластиковые откосы на окнах и естественная рециркуляция воздуха в каждой квартире. Наливной пол, куда встроено отопление. Данная система позволяет в каждом помещении регулировать с помощью вентиля температуру по собственному желанию. Отдельные счетчики. Они будут снаружи, получается, в подъездах стоять. То есть каждый жилец может регулировать, ну, то есть он не будет переплачивать за отопление. Инженерные коммуникации на данный момент на улице выполнена канализация 100%, а вот отопление и водоснабжение, я думаю, до конца месяца уже все сделаем. Сейчас ведутся отделочные работы, идет установка межкомнатных дверей, укладка кафеля. Скоро приступят к оклейке обоев и укладке линолеума. По внутренним работам выполнены полностью перегородки из ГВЛ, оштукатуренные стены, вентиляция, водоснабжение, отопление, водоотведение. Через неделю-полторы начнут благоустраивать территорию. Появятся парковочные места для автомобилей, тротуары, пандус, клумбы, сушилка для белья и, конечно, детская игровая площадка. Стройматериалы завезены полностью. На объекте задействовано 20-25 человек. Техники хватает, сроки укладываются. Начали в октябре 2023 года. По плану, по контракту закончить должны в сентябре 2024 года. Но на данный момент в графике на опережение идем. Это подтверждают и специалисты дирекции по строительству администрации Камчатского района, которые осуществляют контроль возведения дома. Поэтому уже совсем скоро очередная новостройка в Камчатске будет сдана.